Це буде Україна. Точно никого нет? Я вообще не поняла этот удар. Я не поняла вообще, что со мной произошло, потому что меня как будто бы кто-то взял и выкинул. А потом я уже услышала крики, звуки, поднялась, все разбитое, стекла все побитые, все побитое. Я начала по квартире ходить, быстро собрала вещи, документы, которые с вечера приготовила, и выскочила на улицу. Пока меня вот не было, часа 2-3, прихожу, у меня ломом открыты общие двери, квартира ломом открыта, видимо, ходили пожарники или полиция, открывали квартиры, вернее, искали, нет ли жертв, я так понимаю, потому что я одна была в квартире. Буде Україна.